Привет! Выполним сейчас упражнение на укрепление внутренней поверхности бедра. Как любая часть нашего бедра, отвечает вообще за хорошее самочувствие нашего колена. Поэтому все мышцы у нас должны быть равномерно укреплены. Плюс внутренняя поверхность бедра, она у нас отвечает тоже за правильное приземление. В общем, делаем ее крепкой. Для этого нам необходимо лечь на бок. Вот, упираемся на предплечье, локоть под плечевым суставом. Ногу одну согнули, поставили полностью стопой на пол, другая у нас, соответственно, прямая. Из этой позиции мы уже выполняем с вами подъем. Да, поднимаем вверх ногу, носок мы тянем на себя. Чувствуем, как у нас включается внутренняя поверхность бедра. 15 раз выполняем с вами таким образом. Затем ногу мы переставляем вперед и еще 15 раз выполняем уже из этой позиции. А потом то же самое делаем на другую ногу.